Дорогие друзья, что ж, Ариадне Волочковой 10 лет. Каждый год у нас очень торжественные и пышные празднества. А в этом году я решила в первый юбилей своей дочки сделать все как-то вроде как поскромнее не получилось, но, видимо, так надо. Но пригласили очень мало гостей. Пригласили не так много прессы. Ариадна сама выбирала себе место для проведения праздника, и она выбрала в связи с нашим переездом в новый дом ресторан, который находится прямо за его углом. Это ресторан «Наваху», где мы еще до того момента, как переехали вот в этот наш особняк, проводили много времени вместе, ходили сюда пообедать, приезжали проведать, как там наши ремонтные работы. Ариша сама выбрала тему проведения своего праздника. Нам очень помогла наша компания любимая «Море Шоу». Ариадна захотела в стиле «Майнкрафт». Боже мой, мне кажется, там сегодня все дети просто помешаны на этой теме. Но мне кажется, праздник удался. Приехал Стив, другие герои этой компьютерной игры. У меня была Кирка, я наконец-то узнала, что это такое. И очень красивый у нас кэнди-бар. Но должна сказать, что помимо того, что праздник проходит в ресторане, в котором обычно празднуют свадьбы и дни рождения уже взрослые люди, это место уютно у нас приют. Повсюду так классно. Знаете, для меня очень важно в жизни, чтобы вся моя жизнь была украшена цветами. Я попросила моих друзей, компанию «Русский дом флористики» украсить и Аришин праздник. Посмотрите, какое чудо и какой шедевр. Про цветы я скажу чуть позднее, но праздник действительно удался. У Ариши три наряда, она сменила три наряда. Первое платье, которое было на ней одето, было платье, подаренное Коле Басковым еще 2 года назад. И у нее теперь такая традиция. Коля подарила это платье с прицелом на вырост, поэтому каждый год она теперь встречает гостей именно в его платьице. Второе платье было совершенным шедевром, это платье, которое сшила дизайнер Ирина Гордеева. Когда я увидела Аришу в том наряде, в черном кожаном пиджачке, в пачке, в платье, которое действительно поражает своей красотой, я открыла Аришу секрет, что узнав, что у нее будет такой наряд, я заказала себе точно такой же, в той же Ирочке. В общем, у нас сегодня очень много всего будет красивого.